Ка-ка! Делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию кирки, прекрасные кирки, которую мы с вами сегодня будем крафтить. Примерно полторы недели назад мы с вами скрафтили кирку, которая стоила одну золотую монету, один бакс. Потом вот эта, которая сейчас у нас есть, стоит 100 баксов, как видите в описании этой кирки. А сегодня мы с вами постараемся затроллить этого чубзилета и скрафтить кирку, которая стоит хотя бы 1000 баксов, чтобы она хотя бы уже была немножко так подрагоценней. И хочу обратиться к небольшим таким умникам, которые есть в комментах, которые пишут то, что «Эдисон, то тебя там эту карту уже кто-то проходил, плагиатер!» Ребята, эта карта находится в открытом доступе в интернете. Я не знаю, кто ее до меня проходил, я просто так же решил пройти эту карту. Это не значит, что я плагиатер. То есть, по твоей логике, если я сейчас пойду куплю в магазине Кока-Колу, выпью ее, а ты также пойдешь после меня купишь Кока-Колу и также ее выпьешь, значит ты плагиатер, потому что ты за мной повторяешь. Так Кока-Кола же продается по всему миру, так же, как и эта карта доступна для всех людей на этой планете. Причем здесь плагиатер? Финкибаю ты немножечко иногда, хотя бы чуть-чуть, маленечко, столечко бывает. Ребятки, что нам нужно сломать? Верни, пожалуйста, кирку. У меня кирку забрали на ковальне. Я только что сломал на ковальне. И на ковальне упали, у меня кирка пропала. Верни кирку. А так должно было быть? А я ничего случайно здесь не поломал? У меня такой вопрос. Мне кажется, я всю карту к чертям собачьим, извиняюсь за выражение, поломал. Ага, прекрасно. Ну что мне делать дальше? Поставь лайкусик, пожалуйста, если хочешь продолжение. Вот кто ставит лайк, тот молодец. Кто не ставит лайк, тот кто? Ленивая сракотанция. Мы это все прекрасно знаем, поэтому я буду очень сильно рад, если ты влепишь огромнейший лайкусик на эту серию. Или будешь плагиатером! Не знаю, почему меня же называют почему-то плагиатером. Поэтому и ты тоже будешь плагиатером. Что мне делать, а? Ничего страшного, я полностью удалил старую карту, потому что я подумал то, что она залагала, установил ее повторно и прошел заново до этого же момента. И сейчас я опять крафчу вот эту кирку. Не знаю, возможно... Мама, марихуана, дождик, сопли. Это то, что он сейчас сказал, я просто перевожу вам на русский. Хорошо, что я могу еще сломать? Больше ничего, только вот этот блок. Если я сейчас его сломаю и опять все залагает, я больше не буду приходить эту карту. Сам приходи ко мне домой и сам проходи эту карту передо мной, когда я буду записывать тебя. Раз, два, три. А-а-а, то есть, вы понимаете, кукуруза, дождик, черепаха, конь. Это то, что он только что сказал, я просто перевожу. I know English. Короче, ребята, как я понял, я как-то щитырил, сам того не подозревая, увернулся вот на ковален вот этих, выжил, и мне не дали вот этот рубин. Сейчас я вот этот рубин, как обычно, кидаю на маяк. Па! Ой, опять дождик, опять вулкан, торнадо засосало штатив с камерой прямо в кукурузник, самолет такой. Бетономешалка. Это то, что он только что сказал, я просто перевожу. Окей, как хорошо. Цель 10 очков. Один рубин, одно очко. Если я попаду под падающие блоки, значит минус одно очко. Ну, на самом деле очко у меня только одно. У всех одно очко. Оп, 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 оп. Так как мне эти 10 очков даже в смысле? Вы ничего не попутали, вы как бы понимаете? Подождите, 10 очков. У меня 2. Все, стоим тут! Блоки! Не падайте! Все, 2 очка, 5, все, вернули очков! Прекрасно! Апа, 1. Апа, 2. Ребят, это нереально! Апа, 3. Апа, 3. Как? Апа, да хватит! 3! Все, 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 возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся! Все! А у меня всего лишь 4 очка, потому что 10. 4 очка, я мутант уже какой-то. Так! 3! 4! Прекрасно! Ага, 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 6, 7. Куда, 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 куда? Вернитесь, пожалуйста, 6! 6, 6, 6, 6, 6, тихо, 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 7! 8! Да все нормально, сейчас будет пацан...
8, я сказал. Сейчас будет 9-10, смотрите. 10, да! Припустите! Не надо! Алло, алло, не надо меня убивать, пожалуйста, в смысле, куда, чё? Я понимаю, да, все сломано. Сантехник Михаил Петрович, баба Зина и опять кукуруза. Я просто перевожу, не обращай на меня внимания. Так, хорошо. Ставим сюда. Ставим рубин. 1000 баксов рубиновая кирка. И он даже мне не скажет, что делает эта кирка. Это мне наказание за то, что я его покидаю. Хорошо, сейчас я сломаю изумруд, и ты мне ничего не сделаешь. Понял? Ты мне ничего не сделаешь. Вообще ничего не сделаешь. Ну, немножечко он что-то да сделал. Окей, у меня есть изумруд. Я изумруд опять бросаю. Сколько будет следующая кирка? Ха! Как я тебя сейчас покину? Брошу, он мне говорит, да? То есть, подожди, у меня есть какой-то крафтинг рецепт. Ага, это просто вот так кирка. Ставим обратно. Я сказал, ставим обратно. Вот сюда. Подождите. Я с собой проломал бедрок! Кликни, чтобы начать. Божечки-кошечки, что это такое? Чё? Кукла! Ребят, я не сказал кукла! Я не петух, я просто слишком эмоциональный, подождите. Ага, хорошо. То есть этот блок может оставаться только на... Ёперэсэте! Этот блок может оставаться только на лаймовой шерсти. Если я переключу этот блок на зеленую шерсть, он... пропадет, как вы уже только что заметили. И мне нужно всю эту поляну сделать зеленого цвета. В принципе, мы сейчас как раз таки замечаем то, что я этим и занимаюсь. Ой, слушайте, это будет немножечко сложного. Ага, все. Ага, все, прекрасно. Я продул. Я реально продул. То есть, опа, если я сейчас пойду назад, опа, и а если я пойду вперед. Твою фуражку, а. Так, потом. Так, ребят, я ничего... Это слишком сложно. Вперед! В сторону! Вниз! В сторону! Вперед! Нет, не туда! Сюда! Вниз! Оп-оп! Дальше! В сторону! Вверх-вверх! Сюда! Вниз-вниз! В сторону! Вверх-вверх! В сторону! Вниз-вниз-вниз! В сторону! О, смотри, ребята, у меня сейчас башка зарётся! Не только у вас она зарётся, только и у меня тоже, подождите! Сюда! Вперед! Сюда! Я надеюсь, я не докосячил нигде вообще. Вперед. Сюда. Ага, дальше. Вперед, вперед. Господи, ребята, честно, вот честно вам скажу, у меня сейчас взорвется попросту голова. Так, подождите, вниз. Да, все верно. Па-па-па-па-па. Вперед, ребят, я почти прошел! Почти! Вот прям почти! Сюда, потом сюда, вперед. В сторону, вниз. В сторону, вперед, в сторону, господи помилуй, за что мне это? За... вперед, вперед, ага, а, та-та-та-та-та! PlayStation 4, Xbox, война, помидоры. Это то, что он сказал, я просто перевожу. Так, хорошо, сейчас у нас будет изумрудная кирка. Ой, изумрудная кирочка у нас должна быть сейчас, да? Крафтим изумрудную кирочку. 10 тысяч баксов! Спасибо большое тебе за кирки. Он впечатлен, то, что я разобрался, как их крафтить. Марганцовка, мыло, шампунь для душа и 4 потерянных носка, бесполезных носка. Он очень рад, то, что я утром снял кашу и банан. Не соленый, просто солью, не соленый солью. Что он... Да хватит! Пожалуйста, закройся, а. Он сказал то, что он просто меня использовал. То, что ему нужен был человек, который принесет ему вот эти все кирки с различных измерений. Это было так просто. Теперь он получил все самые лучшие кирки на этой планете. Только я не понимаю, что мне делать дальше. Что мне нужно делать дальше? Он сказал то, что он где-то спрятал эти кирки. Где-то вот здесь у него они находятся. Скажи, пожалуйста, где они находятся? Так, а я же троллинг-бог, я же ловушка-мастер. Мне нужно смотреть во все закоулки, где могут быть кирки. Подождите. Так, хорошо. Возможно...
Подождите, я там что-то видел, там есть какой-то проход. Оп, да как мне туда допрыгнуть? Опа! Оп, ага. Да! Верни мне все мои кирки, которые я только что сам добывал! Так, у тебя там был где-то какой-то рецепт. Сейчас, ребятки, сейчас я посмотрю, как делаются все вот эти кирки. О, господи, помилуй. Так, сверху угляная. Смотрите, какая кирка получится! Хорошо. Так, подождите. Сюда. Ага, деревянная. И посередине изумруд! 100 тысяч баксов! Срочное сообщение для всех, кто скрафтил когда-то в жизни какую-то секретную кирку. Внимание, Вася, как слышно, внимание. Самый близкий твой портал был жопа, почка. Это просто я перевожу, там написано так. Войди в ближайший портал, и этот портал активирует твою кирку. Ребята, у меня радужная кирка. У меня попросту радужная кирка, смотрите на нее. Радужная. Она радужная, ребята. Я сделаю скриншот, потому что она радужная. Так, отправляй меня, пожалуйста! Куда? Куда мои кирки пропали, он спрашивает. Это мир шахты. Юперсете! Смотри, как все быстро ломается! То есть эта кирка была специально для меня? Да! Самая лучшая кирка на этой планете! Офигеть! За 100 тысяч баксов! Смотрите, сколько у меня уже ресурсов. Я могу заряжать как-то эту кирку. Так, если я нажимаю на Shift, я ее заряжаю. Если я нажимаю на F, то ничего не происходит. Нет, появляются вот какие-то блоки, смотрите. Изумрудные блоки. Углевые блоки. Алмазные блоки. Рубиновые блоки. Все. Так, подождите, как я это сделал? Я только что нажал на букву F. Эта кирка ломает просто вот 100 блоков возле меня всего лишь одним нажатием кнопки. Хорошо, все, давайте мы отсюда выйдем. Или что? Подождите, чтобы... Секретный вход в лабораторию. Не пересекать эту линию. Я просто сломаю эту дверь. Башка дракона, башка крипера, башка зомби. Опять много руды. Прекрасно, а что мне дальше делать? Это все? Это конец? Или что это? Опа! Мне сказали не пересекать, но я же... К сожалению, она не ломает бедрок, а так хотелось. Не, как бы понимаю то, что здесь какая-то секретная лаборатория, только здесь ничего нет. Все? Это все, что я мог здесь сделать? Я не знаю, ребята, мне кажется, что меня просто отправили в какой-то портал, в какой-то мир, где бесконечное количество ресурсов, и я с помощью вот этой кирки могу их просто все добывать, и у меня будет безграничное количество ресурсов. Ребята, вы понимаете то, что у меня уже 15 алмазов, у меня уже сколько? У меня уже 14 изумруда, у меня уже 27 золота, даже больше, чем 27 золота, да, вот, даже больше, у меня... 1,5 стака рубина! Офигеть! Тра! Подождите, что я могу еще сделать? Я могу обычную руду превращать уже в целостные блоки! Офигеть! Просто офигеть! А здесь я могу просто буравить все. Вот давайте я умру. Мне интересно, что будет. А ничего. Да, я просто застрял в этом мире на бесконечное количество времени. Ребятки, на такой прекрасной ноте мы с вами прямо сейчас закончим эту серию с радужной киркой в руке. Я всем вам скажу огромное спасибо. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение. Ставь лайкусик, если хочешь больше подобных карт. И чтобы карты вообще выходили на моем канале. Я всем вам скажу огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.